Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди о цій порі програма «Це вас хвилює». Говорити будемо сьогодні про тему, яка не може не хвилювати, адже тема – це топ-тема. Зараз, напевно, в Україні валютні кредити. Тож, що зараз на ринку валютних кредитів, яка ситуація з їх виплатою, розкаже нам Олена Ласкіна. Це юрист-консультант фірми «Профальянс». Вітаю вас, Олена. Добрый день всем. Лена, очень много сейчас по телевизору и в средствах массовой информации говорится о меморандуме, который собой должен был принести какую-то реструктуризацию споживчих этих самых валютных кредитов. Что с ним обстоит? Какие с ним дела? Ну, имеем положительные вопросы в разрешении долгих дебатов со стороны как Национального банка, так и коммерческих банков, общественных структур. Мы это все наблюдаем в новостях, слушаем, у кого хватает терпения слушать это все в течение... Ну, это действительно, это правда нашей жизни. С чем мы сейчас живем? А ну, у кого есть валютные кредиты, те слушают. Да, естественно. А знаем мы, что валютные кредиты есть практически у большей половины населения нашей страны, то есть у граждан Украины. Знаем мы, что каждый человек живущий имеет, точнее, обязан использовать законы Украины, Конституцию Украины, для того, чтобы знать свои права все. Это мы знаем. Что мы сейчас также должны знать уже те, кто имеет валютные кредиты? В частности, мы знаем, что такое кредит. Кредит – это взятие денежных средств под процентное пользование на определенный срок с определенными условиями погашения. Повторюсь это все, потому что, опять же, многие люди, взяв, не знают, что они платят, когда они платят, и что является ихним, как говорится, таким слабым звеном. Это родственники, это имущество. Ну, не знают люди, вот по сей день продолжается вопрос незнания. Каким образом родственники могут быть слабым звеном? Мы дойдем, это все поступательно, да, поступательно. Будем это сегодня все пытаться, все охватить и рассмотреть. Если мы что-то не будем охватывать, мы это, надеюсь, перенесем на следующий раз. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент? То, что наконец-то договорилась наш национальный банк с коммерческими банками о принятии вступления в силу, меморандуме, о реструктуризации валютных кредитов, потребительских кредитов, которые имеют залоговым имуществом жилье. Что это обозначает? Это обозначает то, что есть определенное количество банков, в которых люди взяли кредит, и эти банки дали согласие на проведение реструктуризации действующих кредитов. Это значит подписание нового договора. Нового договора с другими процентными ставками, с другими сроками, на других совершенно условиях. То есть, чтобы вы не понимали, не себе, как говорится, в голову не внушали о том, что у меня есть кредит, и я его буду как-то платить совершенно по-другому, но это тот же самый. Нет, это не тот же самый. Также этот вопрос касается тех кредитов, это пока мест вот сейчас, вот что есть. Это вступило все в силу в начале мая месяца, по-моему, 8 мая, могу ошибиться с датой. То есть вопрос в чем, что этот кредит должен быть под залог имуществом. Это имущество, вы должны проживать в этом имуществе. Это имущество, либо же квартира, либо дом, здесь есть также суммовое ограничение, что на момент реструктуризации у вас общая сумма с конвертацией в гривневый эквивалент не должна превышать 2,5 миллиона гривен. Конвертация идет на 1 января 2015 года. То есть, в принципе, как бы большинстве вот этих вот валютных кредитов, они вот имеют вот эту такую нагрузку. Вот. Но если превышают, то, соответственно, она не рассматривается. Если она идет под вот этот вот порог, то она рассматривается. То есть, что мы сейчас должны вот сделать? Вот как бы есть, ну вот знаем мы, что есть. И что, куда бежать, кому податься, какой банк? Во-первых, вам нужно обратиться непосредственно к вашему, ваш банк, в то отделение, где вы открывали кредит, если вы этого отделения не существует, то, естественно, уже в главное отделение. Задать, естественно, им вопрос, участвует ли банк в этом меморандуме, принимает ли участие, потому что на момент уже вступления в силу меморандума было одно количество банков, сейчас уже их вроде бы 13.
тоже могу. Это, в принципе, большинство самые такие громоздкие банки. Дельта банк, Приват банк, потом Надра банк, ну, по поводу Надра это такой вопрос еще, Альфа банк и так далее. В принципе, как бы эта информация есть на сайте Нацбанка Украины, у кого есть доступ в интернет, все могут уточнить. Нет доступа, можем перезвонить просто, на то существует телефон. Вот, итак, в принципе, подаем мы заявление. На основании этого заявления нам должны дать ответ о самом вопросе реструктуризации. Ответ должны давать также в течение месяца. Могут ли сделать реструктуризацию? Не могут. Если причина какая-то, не могут. По каким причинам? Вопрос в том, что там есть много вот еще недорешенности. Ну, как, к сожалению, бывает часто у нас сначала принимается, потом дорабатывается как-то. Ну, хорошо, что принимается в этом положительный момент. Потому что вопрос погашения должен быть по максимуму решен. То есть у вас не должна быть очень большая задолженность, либо же по тем же процентам, либо по штрафам. То есть нужно все моменты сейчас вам будет идти уточнять в самом непосредственно банке. Существует момент также самого вето на продажу имущества, которое так же самое сейчас вот с принятием этого меморандума стоял вопрос о том, что как бы убирать его, не убирать его. То есть к чему я сейчас подвожу? К тому, что для того, чтобы решить свой финансовый вопрос касаемо жилья, потому что каждый человек, имея кредит и переживая за то, что как он будет жить, тем более, если это его, точнее, тем более, если это его единственное жилье, он попадает под действие меморандума. Соответственно, он должен это делать сейчас. Чем быстрее подаем, ну, это опять же не факт того, что нам нужно дружно всем бежать сегодня в банк. Сегодня нужно побежать в банк для того, чтобы уточнить информацию. Я сейчас хочу подвести небольшой такой итог, вот такой информации, которую слышу. То есть, если у меня есть валютный кредит на жилье, в котором я проживаю, и у меня больше нет никакого жилья, только это. Да, да. Стоимость этого жилья до 2 миллионов гривен. Если мы делаем конвертацию на 1 января 2015 года. Да. То я могу рассчитывать на такую вот... Можем рассчитывать на то, что нам проведут реструктуризацию. Опять же, касаемо самой суммы. Сумма будет рассматриваться по среднему курсу, то есть это точнее не курс, проценту, извините. То есть это будет не тот процент, по которому вы брали. Так же самое касаемо сроков. Сроки будут совершенно другие. А кто решает, какой будет процент? Это банк уже устанавливает? Это устанавливает Нацбанк. Вместе с есть среднеизвешенный процент, они устанавливают это совместно, то есть это не вы диктуете, это не банк диктует, это совместно, есть цифра. И на основании уже общих данных мы просматриваем и тогда уже смотрим, что мы получаем по итогу. Главное обратиться. Почему, опять же, к чему? Существует этот меморанд, и мы знаем, вот существуют у нас действия в Киеве, которые были в конце мая месяца, касаемо непринятого еще закона, есть законопроект, есть очень много шума, потому что как бы это у нас есть под жилье, а есть у нас масса вот этих вот потребительских кредитов без застава, просто с залогом, родственники. Залога там, допустим, те же залогодержатели, там часть имущества какое-то, или просто они являются поручителями, те же. Кто такие поручители? Те люди, которые ручаются за платежеспособность. Родственники. Друзья. Друзья, которые, ой, да, я был, извините, поручителем, и тут к нему почему-то обращаются. Почему обращаются? Потому что нужно понимать, кто такой поручитель, прежде чем давать это поручительство. Итак, вот у нас есть этот законопроект, который дает возможность, ну, честно говоря, так вот просто хотела с людьми поделиться о том, что, конечно же, он такой утопический, красивый законопроект, и почему люди хотят, чтобы он был принят. Самое основное – это то, что в этом законопроекте стояла фиксированная ставка, точнее, процент, ой, извините меня, курс валюты на дату подписания договора. То есть, если договор существовал на 2006 год, то, соответственно, курс доллара должен быть 2006 годом. Конечно же, это очень интересно, очень красиво. Все люди бы вздохнули бы, у нас бы вся Украина бы начала бы хлопать бы в ладоши. Но существуют факторы, которые не дали этому законопроекту войти.
в силу. Мы знаем, что у нас государство старается наладить ситуацию, правительство наше старается наладить ситуацию, стабилизировать ее благодаря валютному фонду, который дает нам значительные суммы денежных средств для стабилизации. И есть одно условие, что государство не должно иметь никакого влияния на упорядочение взаимоотношений между кредиторами, то есть банками, и людьми. То есть если они, извините, вставляют свои 5 копеек, то, соответственно, как бы денег страна не получает. То есть поэтому сейчас вот этот вот основной вопрос в том, что законопроект утопический сам как таковой. Если и основной момент, конечно, то, что пункты, это вот тот же курс 4, тот же курс 6, 8. Хотя бы 8. Да, да, просто как бы цифры радуют, звук звучания просто радует. Но если так вот фактически взять и рассмотреть это с чисто арифметической точки зрения, то, конечно же, страна будет, мягко сказано, в такой состоянии неудобства. Вот. Ну, а что вот по порядку хотелось бы? По порядку что имеем? Имеем возможность в этом законопроекте, это первое, погашение по... Это я сейчас постановлю, как тезисно хочу рассказать, а потом уже дальше будем пошагово рассматривать. Курса на момент подписания договора. Также самопроцентные проценты, которые были начислены у нас, штрафные санкции, которые были начислены, они также могут быть списаны, ну, тоже как бы из раздела фэнтези такого. Ну, хотят, по крайней мере. Дальше, это то, что сама аннуитетная схема будет пересчитана, это все. То есть мы знаем, что у нас есть договора, которые могут быть пересчитаны двумя способами. То есть есть у нас сумма процентов, есть сумма общего тела кредита и есть погашение на остаток кредита. Вот. То есть если у нас идет пересчет, то цифра совершенно по-другому у нас раскладывается. И у нас, когда приходим в банк, нас спрашивают: а скажите, пожалуйста, вот я вот взял столько, сколько я отдам по итогу? Да, вот так вот люди часто приходят. При этой системе у нас будет пересчет. Пересчет кредита, пересчет процента и пересмотр сроков. Ну, это основное. А так по порядку, в принципе. Мы имеем взаимоотношения между кредитором и заемщиком. В нашей сейчас вот ситуации, какие у нас вот есть, у нас существует кредитор, заемщик, и при невыполнении самих условий кредитора у нас существует еще исполнительная служба, которая занимается потом при невыполнении условий кредитора, занимается реализацией имущества. Исполнительная служба на данный момент, если не ошибаюсь, государственная. Пока на данный момент государственная. Сейчас мы знаем, что существует масса у них там проектов. Вот один из проектов, я смотрю, уже даже уже вплоть такой всеукраинский начался, уже и разные области поддерживают то, что все-таки как бы есть у нас реструктуризация исполнительной службы. Сейчас мы эту реструктуризацию будем уже выполнять и с привлечением частных лиц. Ну, это отдельная история. Вот, опять же, как бы минутку вот по поводу вот этой вот ситуации, по поводу исполнительной службы. Эти частные лица могут проводить действия. Но что мы имеем? Мы имеем сейчас действия нашей исполнительной службы, которые также прибегают к действиям частных компаний, которые занимаются продажей имущества. Но оно, извините, сейчас ну, как бы не особо легализировано. Когда вот планируется сейчас, и наше Министерство юстиции сейчас уже везде проводит брифинги, всегда вот встречи и рассказывает о том, что сейчас частные компании станут легализированы, они будут уже находиться под действием Министерства юстиции и будут заниматься исполнением этих листов. Как оно будет у нас сопряжено с этим самим законом? Действия наших кредиторов направлено на взимание самого кредита. Кредитор при неполучении самих своих денег, он обращается к самому должнику. Если после этого он, должник, не изъявляет никаких взаимоотношений, вот опять же, я всегда говорю, что если у вас нет взаимоотношений с банком, это самое плохое. Вы должны поддерживать диалог. Есть диалог, есть какой-то результат. Нет диалога, тогда в данной ситуации банк имеет полное право обратиться к тому же
частному уже исполнителю. Частный исполнитель по нынешней коммерческой стоимости продаст ваше уже имущество, и банк будет тогда в плюсах. Вот действие вот этого закона сейчас, оно, в принципе, как бы дает возможность, чтобы все-таки банковская система здесь уже подняла свой плюс. Что дает, опять же, этот закон для людей? Для людей он дает возможность обратиться в банк в период месяца, правда, это тоже как бы очевидно невероятно, вся страна за месяц получит реструктуризацию. Ну, это мои мысли вслух, извините, я сказала. Но. За месяц провести эту реструктуризацию по курсу, когда мы получили сам кредит. Это очень хорошо. Если мы выполняем условия договора на протяжении нового договора, у нас не существует уже старого, как бы мы на него не смотрим и к юристу не приходим с миллионом бумаг, у нас существует новый договор, новые договорные обязательства. Если мы выполняем, то банк также имеет возможность списать нам проценты. Проценты, штрафные санкции в счет оплаты. Главное им показать сейчас наличие движения самих денег. В принципе, это понятно. Наша страна стоит сейчас в вопросе, где же взять деньги. Вот и, в принципе, как бы этот весь вопрос, он немножечко поможет сдвинуться с мертвой точки. Доверие к банкам может вернуться, если, опять же, люди начнут хоть как-то доверять, и, может быть, новые бумаги как-то дадут какой-то движение какое-то, что ли. Также конкретно вот что по вопросу взаимоотношений. Если мы не предпринимаем никаких действий, то банк нам уже выставляет полностью закрытие наших, точнее, предпринимаем действия, погашаем по нынешнему договору все моменты, ну, финансовую дисциплину, оплачиваем полностью все, то подписывается договор о том, что никаких претензий банк не имеет, и ваши все взаимоотношения, слава богу, закрываются. Вот. То есть, что нужно будет сделать? Нужно будет вздохнуть с чистой грудью и уже спать спокойно. Но, опять же, это у нас законопроект, и мы, в принципе, сейчас только уже, как говорится, в процессе Что, собственно, происходит с законопроектом? Его сейчас просто пока ничего не принимают. Почему? Потому что самый основной как бы, вот, минус в том, что не существует ограничений. То есть есть у нас люди, которые взяли, извините меня, там $1000 на ремонт. Есть люди, которые взяли 100 тысяч на ремонт. Вот. То есть как бы о том, что сам законопроект, он должен помогать. Вот как в меморандуме было конкретно указано, что до 2 миллиона рублей. Да. Вот касаемо, извините, о меморандуме вспомнили еще один момент. Что положительного, то, что сейчас на данный момент уже существует, это возможность списания вот неоплаты налога на доходы. Если у нас списывается часть задолженности, она, мы знаем, признается как доход. Uh-huh. То есть части дохода мы должны заплатить налог. То есть сейчас есть возможность воспользоваться этим условиями меморандума, изменил наш президент закон о доходах, налоговый кодекс, часть закона о доходах, и 22% нам не нужно платить налог на доход. Вот, то есть тоже положительный момент, который пошли на уступку, то есть, товарищи, давайте не держать, как говорится, деньги у нас в чулках, а давайте пусть наконец-то оно у нас начнет. Мы знаем, что это все дело конвертировалось, мы знаем, что люди брали, покупали доллары, и мы знаем, что люди сидят на них, как на матрацах. Ну, это факт, факт фактом. А почему не пропустили? Потому что существует вот этот, вот я же говорю, утопический закон, который дает возможность всем и вся, имея 100-тысячные кредиты, миллионные кредиты, тысячные кредиты, 500-долларовые кредиты, попасть полностью всем под одну гребенку. То есть, как бы, фактор такой достаточно, ну, можно так сказать, не особо уместный, потому что вопрос погашения, он должен быть для всех, ну, помогающим. Вот. Что еще касаемо самого порядка? Мы знаем, вот опять же, касаемо родственников. Люди имеют определенный возрастной ценз. Некоторые люди, будучи уже в пожилом возрасте, они берут кредиты. Что нам может дать вот этот вот сам закон? Если человек умирает, его правоприемники на наследие являются родственники. Очень часто вопрос стоит в том, что вот у меня есть дочки, сыновья, там, внуки, але в мене є там кредити, я ж помру і все, нічого не буде, да? Ничего, это не есть.
правда, потому что как бы, когда человек умирает, правонаследники и касаемо кредитов являются его родные. Люди вступают в наследство, они принимают на себя как плюсы, так и минуса. Вот. Соответственно, если у нас есть уже заявление нотариуса о вступлении в наследие, мы имеем право с этим заявлением подъехать в банк, и на основании него нам также могут провести реструктуризацию этого кредита. Вот. То есть в этом плюс. Так же самое касаемо вот вопросов, если у вас уже прошел срок, потому что как бы этот срок, этот год, годичный срок, когда действует подача самих заявлений. Если у нас есть уже наследие оформленное с вопросом наследия, мы также имеем право подойти и, в принципе, организовать этот наш весь вопрос. Что вы, в принципе... Хотелось сказать вот взаимоотношения с исполнительными службами. Исполнители занимаются уже исполнениями просроченных кредитов, уже тех, которые уже имеются лишения, исполнительные листы. Сейчас, на данном моменте, то есть если у вас существуют эти исполнительные действия, они у нас будут, ну, грубо говоря, замороженными, так вот народным языком. Если у нас будут новые взаимоотношения с банком, то, имея новый договор уже, можно будет тогда сделать копию договора этого, написать заявление и отправить в исполнительную службу, в государственную, то есть там, где были открыты исполнительные производства. Вот еще по поводу самих вот продаж, вот у самих переуступок прав требований. Очень часто мы слышим от банков, от других лиц, звонящих: мы представители такой-то фирмы, банк нам переуступил свои там права. Когда существует, вступит в силу этот закон, банк не будет иметь права переуступать свои права. Почему? Потому что первенство решения вопроса будет находиться у должника. Это положительный момент. Вас не должны будут, ну, не будут просто законного права иметь, чтобы, извините меня, постоянно вас тревожить звонками. Ну, так же самое можно и говорить о том, что все равно звонят, все равно действий никаких нет, все равно телефон обрывается. Вы знаете, как бы вот столкнулись вот с этой ситуацией недавно, и выявилось, что один колл-центр такого характера вызванивал энному количеству людей, выявили это энное количество людей, когда сообща написали уже заявление в милицию о том, что определенный номер совершает действия незаконные, то уже пошел какой-то эффект. Это о том, что молчать не надо. Если есть звонки, нужно обращаться в милицию с заявлениями. Будет заявление на номер, будет заявление от другого человека на номер, и 5, 10, 28 составится список, и тогда пойдет какое-то действие. Если вы будете просто на улице стоять и говорить об этом, естественно, действия никакого не будет. Вот. То есть, Лена, а что с законом? Он когда ожидается, будет ли он принят? Будем ждать. Будем ждать, потому что, в принципе, если они урегулируют вот эти моменты касаемо вот самих сумм кредитов, самих масс вот этих денежных, самих сроков вот, и людей, опять же, кто имеет право, то не имеет права, то, в принципе, будет хоть какой-то порядок. И опять же, что же с исполнительной службой, кому можно обращаться, где оно будет. Вот, что еще касаемо вот самого заверения нотариального, минуту хотела сказать, что также вот мы знаем, что когда у нас действие сделки идет, у нас идет достаточно нагрузка нотариальных действий. Здесь она не должна будет превышать 500 гривен, что тоже хорошо. То есть все для того, чтобы люди по итогу закрыли свою кредитную часть. Ну, будем надеяться, что, и опять же, и новая исполнительная служба, которая у нас будет вот в ближайшее время, она тоже даст плоды нам. Лена, спасибо большое, столько много полезной информации. Я думаю, для тех телезрителей, у которых есть валютный кредит, она была очень полезна. Надеемся. Мы будем еще продолжать встречаться с Еленой Ласкиной. Напомню, что именно она сегодня была у нас в гостях. Это юрист-консультант фирмы «Профальянс». Лена, спасибо. Приходите еще. Спасибо вам. Мы будем ждать ваших советов. Всего наикращего. До свидания.